Всем привет! Добро пожаловать на разбор песни «Валенки». Играем ее в тональности ля минор. Я ее играл по памяти. На самом деле в природе существует очень много нот. И кому нужны какие-то особенные вариации, пожалуйста, скачайте ноты и разучите по нотам правильные вариации. В этом разборе я покажу, как я ее играю по две ноты терциями и аккордами. Сразу по три. По одной ноте показывать не буду, потому что выходит слишком кисловато. Поехали. Начнем с басов, чтобы была понятна гармония. Песню можно разделить условно на две части, где басы в первой части идут так, а во второй так. Звучит все вместе приблизительно следующим образом. Дальше вторая часть. Ля, до. Повторю. Туда дальше по ходу песни можно сыграть начало куплета вот так вот. Дальше как же, дальше так же. Ми, ля, до. Еще раз сыграю.